Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня я расскажу вам о том, что наша компания предлагает на рынке недвижимости в Краснодарском крае. Начнем с коттеджного поселка «Жемчужина». Он расположен недалеко от города-курорта Анапа. Это всего 8 километров. Здесь мы начали строительство летом прошлого года. А на сегодняшний день посмотрите. «Жемчужина» находится в поселке Цибана-Балка. Это очень удобное место с развитой инфраструктурой. Тут есть все – администрация, школа, детский сад, больницы и различные сетевые магазины. Еще один большой плюс в том, что буквально за несколько минут вы можете попасть на песчаные пляжи Черного моря в Анапе, Витязево и Джимате. В самом коттеджном поселке будет возведено 220 домов. Территория будет огорожена, на въезде шлагбаум и пункт круглосуточной охраны с видеонаблюдением. Из коммуникаций здесь электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. На данный момент продано порядка 90 участков, поэтому у вас еще есть время купить себе свою жемчужину. Следующий коттеджный поселок – это Морской. Находится он буквально в паре километров от Цибана-Балки. Здесь 250 домов, построенных в едином архитектурном стиле. Отличительная особенность данного поселка – это асфальтирование дороги и подъезды к воротам, уличное освещение и полная газификация. Тут также электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Неподалеку от Морского расположен коттеджный поселок Звездный. Наверняка вы видели много обзоров домов отсюда на нашем канале. На сегодняшний день все коттеджи в нем проданы, и много счастливых владельцев наслаждаются комфортной жизнью в собственном доме на юге. Компания «Стройгарант Анапа» расширяет горизонты. По вашим просьбам мы начинаем строительство в Темрюкском районе. Это коттеджный поселок «Встречный» в Стрелке. Тихое и спокойное место с очень лояльными ценами на участок с готовыми домами. А также сам районный центр – город Темрюк. Место, в котором вам точно захочется жить. Прямо на въезде в город будет возведен коттеджный поселок Азовский. Это 150 участков с домами от 50 до 145 квадратных метров, выполненных в едином архитектурном стиле. Любителям Азовского моря поможет расположенная рядом трасса Краснодар-Темрюк. Буквально 10 километров и вы там. В полутора километрах от коттеджного поселка расположены школа, детский сад, почтовое отделение и различные магазины. Из коммуникаций здесь будет электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Цены на участок с готовым коттеджем начинаются от 3,5 миллионов рублей. Вкратце рассказали о наших предложениях. Подробные обзоры домов смотрите на канале. Планировки наших проектов на нашем сайте sga23.ru. Пишите комментарии, звоните по бесплатной линии. Мы всегда ответим на все ваши вопросы. На этом у меня все. Компания «Стройгарант Анапа». До новых встреч!